Слухай, в мене складається враження, що дівчата постійно на репетиціях, я їх взагалі не бачу. А ти, коли брала участь у різних конкурсах, у вас теж так мучили? Мені кажеться, навіть більше. Ну, слухай, так всі кажуть. Я тобі серйозно говорю? Ну, добре, добре. Ну що, пішли подивимось, чим вони там займаються? Пойдем. Пішли. В розкішних залах готелю стало неспокійно. Це Андрій Єрьомін та Вікторія Помазан почали роботу над постановками для фінального шоу. За ці дні необхідно поставити кілька виходів. І не просто поставити, а відточити до автоматизму. А зробити це не так вже й просто, адже не у всіх дівчат хореографічна майстерність на належному рівні. Забудьте эту часть. Забыли все танцы? Да. Мы все это все делали тренировки. Все будет другое. Все будет 10 раз проще. 10 раз проще. Мы же талантливые, это очень сложно. И ушли. А подіумних моделей необхідно навчити зовсім по-іншому ходити. Одним словом, працювати і працювати. Ось, коли ти йдеш, коліна має випрямлятися до кінця. Да, приготовились. І а ще не варто забувати про дисципліну. Графіки репетицій та зйомок настільки щільні, що запізнення хоча б на 10-20 хвилин і все. Весь процес порушується. З ким договорились? Уже нігде не збирається ніхто в холі. Ви приходите на репетицію. Что никогда? А не надо уже никогда. Я под список сегодня Ковалева это все отдам, и все, и никогда. Первый минус. Разделись, зашли. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пам-пам. Ты так чаще танцуешь, поняла? Тут более она такая, ну, спокойная. Юля, чуть-чуть подгинай колено ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чуть-чуть сгинай вот эту ногу. Конечно, она чуть-чуть сгинается, да. 5, 6, 7, 8. Вправи фізичні замінюємо на вправи розумові. Сьогодні стане відомим ім'я королеви інтелекту. Цей конкурс відбувався під пильним наглядом провідного журналіста інтернет-порталу «Обозріватель» Сергія Кривулі та постійного члена журі Сергія Глушка. Вони влаштували учасницям справжню вікторину зі складними та водночас веселими запитаннями. Наприклад, скільки тривала столітня війна? Або ж чому білі ведмеді не їдять пінгвінів? Додатковим іспитом для красунь став твір. Так-так, саме твір. Тема – насилля в житті і як побороти цю проблему. Ну а хто ж здобув титул королеви інтелекту, дізнаєтесь трохи пізніше в наших програмах. Осенью дождливый серый тень, проскакал по улице олень. Сядь, пожалуйста, дальше. О, вот так, хорошо. Так, возле этого колючего дерева. Эй, там что-то сильно. Катя, скажи мне, почему ты сегодня без настроения? Я, наверное, устала. Мы очень рано встали, вот. И постоянно съемки, наверное, устала просто. Давай взбодрись, это же съемка на буклет. Как Катя на колени. Не понял, как скорее? Покажи себе. У меня брюки, я на коленке поставлю. Вот так, да, только вот он уже вперед. Вот так. Так возле этого дерева будешь стоять. Вот ты облокотись как-нибудь на него, понял? Не-не, подожди. Ты вот так смотри, колено еще к дереву, вот так, стало. Да-да-да-да-да-да, давай поинтереснее. Хорошо. Умница. Да-да-да. Верни меня, лень. Скажи, ты устала от фотосессии или как себя чувствуешь? Нет, не устала. Очень легко, интересно. Хотелось бы больше, но девочек много. Нужно успеть всем. Лен, встань прямо. Так, хорошо. Вот до цих оцих кустів. Не, вот так отут встань, отут. Отут. Так, Ленин. Хорошо. И вот так еще туда головочка. Бам. Леночка, скажи, как твое ощущение в этом костюме? Ты себя чувствуешь амазонкой? Шикарный, действительно, костюм очень классный, очень дорогущий.
чувствую на 100%. Все, так вот ближе к этой пальмочке подгребись. Хорошо. Молодец, молодец. Сейчас, секунду. Вот так смотри, еще одну ножку. Давай, давай, давай. Давай такой вообще пошире, 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 пошире. Ты такая вот так, да. Насколько позволяют твои ножки. Чуть-чуть тут. И ко мне так вот грудью поверни. Как ты себя чувствуешь в этом костюме амазонки? Отлично. Я не знаю, о чем... Какие мысли вообще человека, который придумал эти костюмы, они безупречные. Они настолько идеальные, и чувствуешь себя не то что какой-то воинственной леди, девушкой, а такой современной. Женечка, расскажи нам, как ты планируешь провести эту фотосессию? Какой образ будешь представлять? Что будешь делать? Ну, с учетом того, что образ несколько такой воинственный, первобытный, но при этом очень органичный с природой, я попытаюсь стать частью природы вот, и всеми эмоциями показать, что я амазонка. Так, ножку вот так смотри, поставь, Жень. Чтобы бедра были видны хорошо. Так, бедро, вот эту ножку так вообще сделать, да? Так, мордашку чуть сюда. Хорошо? Да что ж вы... Ну, закрой пока глазки, закрой, 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 закрой. Так, открывай. Вот такая смешная амазонка. Тимур. Наши девушки такие умницы. Вчера одна из них очень сильно растерла ногу. Но тем не менее, что ти думаєш? Вона продовжила репетицію? Молодець. Ну, мені здається, що якщо вони вже беруть участь у конкурсі, то варто боротися до переможного кінця. Невід'ємною частиною тренувального збору в Туреччині став і відбірний етап конкурсу «Королева таланту». Учасниці підготували свої номери, аби продемонструвати їх під час заключного шоу в Мардан-палаці. Тоді журі обере трьох найкращих, які автоматично здобувають право продемонструвати свій талант на гала-шоу в оперному театрі в Києві. Тоді ж стане відомою і переможниця. А поки що репетиції та ще раз репетиції. Ляжеш і будеш лежати по вступлення, да? Ждати. Може, якийсь принц вийде, тебе поцілує, і ти оживеш і запоєш. Під пильним наглядом Андрія Єрьоміна та головного режисера телепроекту Ольги Іванової дівчатам довелося не солодко. Кожна почула в свою адресу не лише порцію конструктивної критики, а й отримали своєрідний майстер-клас від професіоналів своєї справи. Що символізує початок пісні, що ти лежиш? Душа вся потеряна. Пісня, що душа мовчить. Така лежаща в полупрозрачному платі на сцені, да? Так. Ну, душа вже наявна. Душа, вставшая із ада. Тяжелый дым включаем, потом стоим полпесни на коленях. О чем песня? О душе, которая потерялась, не может найти свою. На перекрестке двух дорог? Ты так и будешь стоять? Да. Не, ну понятно, хочется лечь, хочется постоять на коленях и хочется стоять. То есть очень активно для поиска души, которая мечется и ищет себя. Слава представляю, как можно ходить. Не, ну ты сильно зато представила, как можно лежать. И стоять на коленях. Причем это еще происходило аж так. Это неудобно было или что? И дальше растяжки не хватило, да? Нет, потом была еще вот это. А, еще рука была. Что все движения запомнили. А так, когда буду ходить, никто ничего не запомнил. Я запомнил именно те движения, которые я хочу убрать. Да? Ну да, но мне не нравится, когда ты на коленях ноги раздвигаешь. Это вообще противоречит конкурсу «Королева Украины». Ты говоришь о том, что песня о поиске, о том, что душа ищет на перехрестии двух дорог. Покажи это перехрестие, покажи, как душа ищет, да? Чтобы мы увидели, как бегает пацан с камерой вокруг вообще нас двоих. И туда же и начинает петь, вот туда и поет. Дирижируешь сама себе.
Ну смотри, вот ты шла, вот там зрители, например, да, но мы сейчас говорим о том, что зрители могут быть везде, потому что у нас много камер, у нас самое лучшее телевидение в мире, вот и один. Да, то есть мы идем, останавливаемся как-то так раз, начинаем петь, и потом поворачиваемся в зал. И начинаешь рассказывать свою историю, да? Ого! Я не про костюм. Я не про костюм. Костюмы я уже видел. Спасибо. Как? Давай, иди ищи себя. У меня вот есть уже. Я нашел другую исполнительницу, она мне больше нравится. Я теперь не знаю, что всю песню делать. Ты представишь этот образ и пытаешься потом, когда начинаешь петь, выдать то, что ты представила. Вот отсюда она тогда у тебя пойдет. Mm-hmm. Если ты начнешь слышать музыку, слышать, а не технически идти, потому что тебе так сказали. Понимаешь? И пой в разные места. Мозоль натерла. Песня про мозоль? Душа. Часть вторая. Песня про мозоль. Мне приснилось небо Лондона. Ну ничего, просто а где минус? А у тебя нету минуса? Нет. Пой без фонограммы. Почему? Потому. Ну потому. А нельзя под минус петь? Нет. Микрофон, а ты не можешь сейчас петь? Нет. А что у тебя, почему? Голос посажен. Чем посажен? Не знаю, простудой. А ну прокрепи что-нибудь. Сейчас. Ну, пой сейчас, вот спой сейчас. Не можешь вообще петь? Могу. Посаженным голосом. Да. Ну так мы уже 15 минут тебе об этом намекаем. Без фонограммы. Только не целиком тогда. Минусовка есть хоть какая-то? Ищем минусовку сейчас. ВКонтакте? Нет, завтра. Ну, если из занавески смотрю. А нет? Как вот они могут приезжать на конкурс таланта и привозить с собой плюс? Почему вот балет приезжает на конкурс таланта и колбасит живую? Вокалист?